Информацией о данной модели поделились с японскими автолюбителями и экспертами представители местных СМИ. Как оказалось, проектированный автомобиль вызвал с их стороны неподдельный интерес. Проектированием нового внедорожника, полное название которого звучит как «Стрела КБМ ВПК», занимались специалисты отечественного военно-промышленного комплекса и выпускники МГТУ. Вес серийного авто составляет 2700 кг. В движение его приводит дизельный силовой агрегат объемом 2,8 литра, разработанный Cummins ESF. Парой для данного мотора является шестиступенчатая механическая КПП. Впрочем, разработчики утверждают, что готовят выпуск еще и 7-местного варианта внедорожника, который будет комплектоваться роботизированной трансмиссией. Что касается непосредственных отзывов со стороны японских автолюбителей, то они отметили великолепный и стильный дизайн внедорожника. Впрочем, некоторые автомобилисты оставили отзыв, над которыми необходимо задуматься разработчикам «Стрелы» и в дальнейшем постараться учесть указанные минусы. Речь идет об использовании не самого экономичного двигателя, а также возможных трудностях с поиском комплектующих для машины в случае ее поломки. Кроме того, у автомобилистов возникли сомнения, что такой тяжелый внедорожник сможет полноценно передвигаться в сложных дорожных условиях с не самым мощным двигателем под капотом. Также вызывает вопросы доступность цены на автомобиль, который имеет немало визуального общего с легендарным «Хаммер».